Смотрите, прям лицо с волосами. Морда. Морда. Вот глаз. Типа рот. И волосы. Дин-дин-дин. Ты кто? Такой интересный. Лесовичок. Король леса-то мы где тогда встретили? Я уже не помню. Где-то там. Такие вот чудеса иногда в лесу увидишь. Всем привет! Другая жизнь снова с вами. Вот и выдался вроде хороший денек, даже солнце пробивается вам сквозь деревья. Естественно, мы полезли в лес. Не можем мы. Так этот сентябрь какой-то дождябрь, как в прошлом ролике я сказал. Постоянно дожди, постоянно холодно, мокро, не выйдешь. Только куда-то выходишь, сразу начинается дождь. Вот, вроде ничего. Вчера сломался китенок наш первый раз. Поехали в город по делам. Забрякал в районе переднего кардана на ходу. Думали, крестовина разлетелась. Сегодня полез, защита открутилась и упала. Который кардан защищает. Короче, малой кровью отремонтировались. Естественно, думали, что сегодня весь день с этим карданом провозимся. Нет, не провозились. Быстро все сделали и ломанули в лес. Ну, то есть лес тот самый наш любимый. Цель какая? Пробивать вот эту самую гряду, которую в прошлых роликах я рассказывал. Идет гряда, на которой поселуха, на которой, в принципе, и следующая поселуха. Теоретически должно быть что-то еще. Что, не знаю, тут только ноги покажут. И немножко везения. Пойдемте посмотрим. Смотрите, интересная грибница такая, что ли. Видите, оранжевая. Судя по всему, да, какие-то грибы. Споры. Сейчас приближу, покажу. Увидим мы что-то или нет. Ну да, прям грибочки маленькие. Здорово. Не знаю, что это такое, но интересно. Вообще лес очень разноцветный в это время года. Красные папоротники видели, да? Или не видели? Вон они. Папоротники уже сухие. Красного цвета. Да, у красно-коричневого. Лес, конечно, замечательный. Лосинок вроде нет. Пока. Пошли от места, от того, где снимали начало видео. Прошли кругом, вернулись на эту же дорогу. Короче, теперь уже по навигатору сориентировались. Вот если смотреть вот так вот, вот в этой плоскости, то вот пошла гора наверх, вот эта самая гряда. Смотрите, что нашли. Где-то год назад, там, возле дороги, где мы снимали. Не год назад, а весной. Или весной, да. Мы находили такую же точно пуговицу. 5-й пехотный полк Наполеоновской армии, да. Смотрите. Прям один в один такая же точная. Куда он здесь шел? Это шинель. Куда эта шинель шла? Целая абсолютно. Слушайте, классная пуговка-то. По-моему, лучше, чем та. По сохрану. Да нет, они вообще, в принципе, какой-то такой сплав, который хорошо сохраняется. Идем с одним пином. Сейчас пробку копал. Включаю пин, он не включает. Только батарейку поменял позавчера. Видимо, когда в машине оставлял, включил его нечаянно и забыл выключить. Молодец. Крона в машине есть, но до машины мы ушли далеко. Может, посмотрим, может, здесь остатки? Слушай, надо покрутиться. Я не знаю, куда шла эта шинель. Ну, я догадываюсь, потому что там на берегу реки как бы деревни. Ну, и в той стороне деревни. Ну, то есть куда-то он шел и терял пуговицы. Может, он бежал? Может, бежал. Расстояние метров, наверное, 100, да? 150 между. Ну, в общем, где-то так. Забавно. Ручка какая-то. Так, интересный момент. Вот здесь пуговица сейчас была. А здесь следующий сигнал. Судя по всему, это какая-то конина. Ну, то есть от упряжи, вот от этих, от конских штук ручки, ну, вот за что подтягивали. Очень похоже на то. Блин, какая-то маленькая. Ну, и разные, их там, знаешь, сколько было. Телефон. Больше ничего. Я на телефон. Судя по всему, может быть, и была здесь когда-то дорога, потому что
пуговица. Пуговица там. Первая, которая весенняя. Сейчас давай же... вот здесь вот. Ну сейчас вот туда идем, на гору. Держи. С собой взяли сосиски. Позавтракать забыли с этими карданами. Это что за грибочки? Шампиньончики, что ли? Какие шампиньончики? Это бледная поганка. Да? Один из самых ядовитых грибов. Так, снимай с меня эту фигню. Что? Она по мне там кто-то ходил. Или клоп, и левша лосиная. Ничего на тебе нету. Клоп? Раздавил. Фу ты, вонючка. Надень ты эту вонючка. Так хочется подышать свежим воздухом. Так, ну сейчас вот так вот идем. Так, друзья, у нас обед или завтрак. Или завтрак, да. Сейчас прошли межевую канаву. Уж не стал камеру из рюкзака доставать. Нашли пуговку с этим, с якорем. Матросики. Причем ранние советские. С железным, с металлическим основанием. Кусок подковы, какую-то пряжку. Крышку от бидончика алюминиевую. Пока нету никаких намеков, да, на то, что ищем. Ладно, сейчас поедим маленько и вперед. В сыром лесу сырой костер. Будем жарить сосиски с хлебом, как раньше. Всем приятного аппетита. Написано говяжье. Костромский. Ага. Особо нам рассиживаться неохота, поэтому мы на скорую руку. Ну все, собираемся, перекусили. Дождик пошел. Засыпаем. Пульк. Как тут и было. О, дымок. Да, дождь моросит. Все, а нам вот туда по гряде дальше. Пойдемте искать, да, туда. Может быть, что-нибудь и найдем. А может и нет. А может и нет. Ну, пуговку нашли, чай с сосисками поили, птичек послушали. Уже хорошо. Вот, друзья, от стоянки, от бревна отошли. Идем. Сигнальчик. Ну, к сожалению, крест, но не целый. Видимо, когда здесь сажали. Да, деревья. Здесь же посадки были. Так, а где гряда-то у нас уходит? Это мы же краем ставим. Вот туда. А вон туда уходит. Вон туда. Такой вот. Это век 18-й, наверное. Да, жалко, не целый. К сожалению, его... Сломанный. Здесь ломанный. Не мы сломали, видите, слом старый. Ну что ж, продолжаем поиск. Так, прозвонили рядом. Еще кусочек нашли. Все там. Как-то вот так вот. Да нет, практически целый. Ну вот он, видимо, вот так вот на изломе. Да. Ну еще хвостика нет. Хвостика можем и не найти. И ушко было при жизни. Да, как-то. Сломанное. Сейчас был ножик, он где-то здесь выкопали.
Следующий сигнал. Гиречка маленькая. Пуговичка. Но это более позднее. Вот, сейчас проверим здесь эту полянку. Дошли до конца гряды. Особо ни на чего не наткнулись. Ну так, несколько ножей с гардами, ну таких они более поздние. Потом в конце-то покажем. Сейчас спускаемся вниз. Здесь такая аллея, как бы высаженная. Деревья прям в ряд стоят. Ну здесь сажать могли, потому что здесь вырубки были. И всякие черные сигналы идут. И вот один из них — это металлическая пуговица, железная, со звездой. Посмотрите, представляете? Надо посмотреть вообще, что это такое. И звезда, суть по лучам, ранняя, РККАшная. Я могу ошибаться. Забавно. Пойдем сейчас вниз немножко спустимся. Да, смотри, вот она спускается, там яма огромная. Яма? Да. Пойдем в яму сходим. Держи. Вот яма. Сейчас пойдем сходим, может там дом какой был. Вот мы оказались справа, действительно, вот она как аллея идет, вот она уходит. Смотрите, покажу. А, на краю нашел вот такой вот обод, что-то я не соображу, от чего, но он кованый. Бог его знает. Сейчас покажу. Это точно яма. Вот смотрите, одна, мы спускаемся прям на дно. Сейчас покрутимся, поймем, что здесь. И здесь как будто выгребная рядом. Смотрите. Раз. И вторая рядышком. Вот такая ямина. Здоровое что-то было. Железа немного, но есть. Или же, предположительно, мог какая-нибудь штука стоять, типа строение, или какой-нибудь искусственный пруд. Не знаю, что здесь они делали. Точку сохраним. Но, к сожалению, понять, что здесь было, уже не представляется. Возможно, только по железу. Сейчас попроверяем, что здесь будет. Интересно вот так в лесу всякие штуки такие находить. Никто в жизни не узнает, что здесь было. Так вот не найдешь. Это фигня железная. Просто, да? Ну, то ли обломок чего-то, то ли... Хрен его знает. Попробовал. Бог его знает. Видишь чего? Смотри, видишь, линии орешник пошел. Вижу. Вполне возможно еще одна дорога. Могла. И вот здесь надо покрутиться. Здесь больно ровно. Вот эта поляна. Ровная поляна. И к ней подходит как раз, смотри, вокруг. Сюда идет. Бог его знает, что это такое. Покрутимся, повертимся сейчас. Может, что еще найдем? Не знаю. Очередной накат советский. Интересно, сейчас такой вам покажу. Табунчик грибов таких стоит. Надо этих, забыл, как они называются. Я не знаю. В общем, очередные поганки. Поганки, да. Которые черные, стекают. Прикольные. Здесь походим уже с домонгольских. В направлении мы ушли, холм пробили правую часть, ну видите, что есть, то есть, никто нам и не обещал. А вон еще пень обросший, только уже опятыми старыми. Пойдем посмотрим. У благородных грибов что-то не очень попадается. Но они уже все пошли. О. Обалденно. Вот эта дорога.
заброшенной. Сравнили сейчас с навигатором. Имперская дорога-то. На Менде она есть. Там параллельно, метрах в 100, наверное, идет еще одна, по которой мы ходили, там урочище дальше. По болоту. Да. Как любят советские люди. Да-да-да. Вот, там она есть. Вот. А здесь идет имперская. Ну, как имперская? Ранняя советская, я так понимаю, тоже. Идем цветмет, копаем какие-то краны латунные. И вот копеечка выпрыгнула. 36-й год. Слушай, а давай-ка, это еще одна гряда. Гряда. Получается. Это уже после реформы копейка, но нормально, забираем. У меня там были еще сигналы, сейчас проверим. Да? Угу. Мне показалось, что там несколько. А может быть, потому что она светлая. Вот опять гряда начинается какая-то. Вот она туда пошла. Здесь, да, здесь всю жизнь по этим лесам лазить будешь. Проверь. Нет, это она отсвечивала, потому что сверху лежала. Так, ладно, сейчас дорогу пощупаем, лесок пощупаем, время еще есть. Смотрите, ребят, сейчас шли, вот накат, да, где мы копейку нашли, и он поворачивает. Мы сверлили с Менде, а дорога-то идет вот так. Залезли сюда. Вот так вот она. Даже вот туда, да, чуть-чуть. Залезли и обалдели. Сигнал, которого у нас не было... Да уже несколько лет. Года два точно. А может и три какие. Клади. Все, выклинчили. Смотрите, что нашли. Пятачок. Пятачки. Империя. То ли 43-й, то ли 45-й, я не вижу. Переверни, что ли. 100 лет их не было. Много монет разных находили. Но именно... Ну что, они были, только увидите. Не, я имею в виду, у нас много серебра было, но не пятачки. А пятачки вообще давно не попадались. Вот это зачет. Вообще зачет. Ура! Спасибо деду земляному местному огромное. Да, значит, где-то тут она и шла. Ну, судя по карте, да. Вот, просто, и ты видишь, она пропахана? Здесь, да, здесь были посадки, вот эта распашка идет, когда сажали. А, убирай. Сейчас уберу, ага. Отлично. Время у нас час, и нужно будет домой поворачивать, а стемнеет нафиг, потом по лесу здесь... Ну, не с то, что по лесу можно. У меня фонарь есть. По дороге пойдем. Ладно, отлично. Ставим пальцы. Ура! Вон, друзья, монетка была где. И вот у Любы конина такая замечательная. Красивая. Кто не знает, что такое конина, украшение конской упряжи. Знаете? Деталь, да. А это украшалка. Украшалка, конечно. Да, красиво. Они всякие звенелки, бубнелки. Пуговицы. Турецкие. Сейчас же машины украшают всякой хренью. И раньше коняшек украшали. И не только коняшек. Ну, это была хороша, красивая. Еще и зачищали, чтобы блестело. Ну да, они раньше блестели, сейчас они зеленые такие. Свадебные поезда, вот там. Те были разряжены. Угу. Вышли обратно на полянку, идем. В сторону машины, вот прям через лес и надо идти. Вот мы вышли с этого накатика. Смотрите, что на краю лежит. Обалдеть, да? Оглавие Девы Марии. Да, с иконой. Заочная была. Обалдеть. Вот это да. О, здорово. Лосиные мухи просто атакуют. Такая красота сейчас. И фокус-то вот. Так, интересно, там больше ничего нет здесь вокруг? И что здесь она вообще делает? Проверим сейчас и уйдем туда в лес. Там еще на той дороге, я говорил или не говорил, еще рамочник нашли 45-го года, это до укладика. Все, прем через лес, пытаемся найти перепаханную дорогу, но черных даже сигналов нет. Это есть, но редко. Редко, да. Ну, почему пуговку-то мы нашли? Был сейчас еще один сигнальчик уже с этого, с рукава красноармейской пуговицы, как вот в начале черенькая, так и сейчас. Плечо отваливается, камеру держать. Я сегодня с большой катушкой в лес поперся. Ну, она такая клевая, она траву приминает, все приминает, но после 6 часа по лесу плечо начинает офигевать. Ну, вот.
Ладно, сейчас до машины дойдем, уже темно будет. Раскладывать-то особо там у нас нечего. Все видели. Ну, серебро-то в зачет улетает однозначно. И наполеоновская пуговица. Ладно, может, еще сейчас что-то найдем. Но это не... это глубоко не верю. Но это не точно. Такой вот чумовой вечер. Дошли до машины. Был, кстати говоря, сигнал. Ты достала эту штуку? А ты куда ее? Крючок. Нет. Значит, он там внутри. Сейчас. Это надо показать. Был единственный сигнал. Держи. Ой, там мне одна рука занята. Он в самом... Ага. Такая находка. Под... Еле из-под корня выдрали. Кто знает, скажите, что это? Господа трактористы, что это такое? Фиг знает, какая-то держалка кованая, о. Я даже не знаю. Издалека-то я бы сказал, что это шатун, но здесь вот кованая петля. Ну и шатун, конечно, странный. Шатун от телеги, от деревянного мотора. Фиг знает, это такая прикольная хреновина. Кто-нибудь напишите в комментах, может, встречали. Мешок с мусором. Ну и отчет. Все-таки решили разложиться. Так, железо. Два ножа, но это поздний. Один вообще поздний. Второй чуть раньше. Видите, источенный как. Да монгол. Да монгол. Тоже непонятно. Ложка медная или латунная. Ценная. А, ну это тяжелая хрень на цвет мед. Карантель какой-то. Латунный. Литой. Вот. Ну и все, что у нас. Конинки две вот такие. А, пуговки одинаковые. Раз, два. Это морячок расплющенный, что я и говорил. Крест собрали. Пуга-гирька. Три монеты. Одна из них зачетный пятак серебряный. Наполеоновская пуговица. И кусочек оклада. Оглавие. Там на, вот на той, да, на той поляне надо походить. Хотя бы по краю. Хотя бы по краю. Так, вот. Сегодня так погуляли. Замечательно. На этом, наверное, будем прощаться. В такой чудесный, тихий вечер. Замечательный. Дожди все кончились. Ветра нет. Насекомых нет. Фокус куда-то пропал. Ладно, гуляйте по рекам и лесам, по горам и морям. Дышите полной грудью свежим. Не сидите дома. Да, не сидите дома, дышите свежим чистым воздухом. Мирного неба над головой всем вам. Ну, на такой нотке замечательной. Всем пока.